Привет всем, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня мы приготовим полезные чипсы из кабачка. Для этого нам понадобится кабачок и специи. Специи можете брать любые, которые вы любите. У меня это сладкая паприка, хмели-сунели, чеснок выдавим через чеснокодавку и соль. Приправ здесь по половине чайной ложки. Также нам понадобится терка вот с таким лезвием. То есть обычная терка, есть вот такое вот лезвие для нарезки ломтиками. Приступаем, берем кастрюльку, в нее натираем наш кабачок. Кабачок также можно нарезать, если вдруг вы не найдете вот такую вот насадку. Или вы хотите просто это сделать вручную. Вот такой толщины у нас получилось нарезать кабачок. Теперь мы высыпаем сюда все наши специи и выдавим чеснок через чеснокодавку. Теперь сюда наливаем растительного масла, где-то 50 грамм. И тщательно перемешиваем, чтобы специи попали на каждую дольку с обеих сторон нашего кабачка. Далее берем сетку из духовки, застеленную, застилаем ее, точнее, пергаментной бумагой. Вот так вот. И прямо на нее сверху выкладываем наши кабачки. Вот так вот. Аккуратно используем все пространство. Оставляем между ними немножко места. Теперь ставим это все в разогретую духовку до 180 градусов, где-то на 30-40-50 минут, уже в зависимости, как они подрумянятся. Вот такие, друзья, у меня получились чипсы кабачковые. Я держал их в духовке 35 минут где-то, при температуре 180 градусов. Вот что получилось. Если честно сказать, это не самые настоящие чипсы, которые мы привыкли покупать в магазине, но как вариант можно использовать. Вот так вот они выглядят. Некоторые даже хрустящие, но в основном они мягкие. В кабачке очень много жидкости, за счет этого он получается мягкий. То есть его надо именно в сушилке сушить, а в духовке, наверное, вряд ли получится их сделать полностью хрустящими. Они есть, вот в некоторых местах они хрустят, а вот в середине, где семечки, где влага, они остались влажные. По вкусу они очень неплохие. Как альтернатива обычным чипсам, вот такие вот здоровые, в плане полезные кабачковые чипсы. Их можно кушать со своим любимым соусом. У меня майонез, кетчуп здесь. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отдельное спасибо всем тем, кто делится моими видео. Всем приятного аппетита. Пока-пока.